друзья, всем привет! Значит, с последних моих свиноматок, которых я убрал на мясо, это была у нас первая купляшка, вторая рыжка, третья выбраковка, четвертая крикливая. Там штуки три было, килограмм под 300, две было 300, наверное, с плюсом, а те чуть меньше 300. С них, с четырех свиноматок, когда мы продавали мясо сало, оставалось, ну, чуть-чуть сала тоненького. Ну, вот такого тоненького. И вот с них, со всех четырех, осталось у нас 19 килограмм 500 грамм сала. Ну, с первой чуть-чуть осталось, мы в морозилку. Со второй чуть-чуть осталось, мы в морозилку. С третьей чуть-чуть осталось в морозилку. И так, со всех четырех свиноматок, что осталось? И вот подошло время, я все это забрал с морозилки и отдал на копчение. Отдал на копчение. И сейчас все посмотрю, попробую и отвезу его на продажу. Отвезу его на продажу. Цена такого сала... Ой, меня аж слюни потекли. Цена такого сала 85 гривен за килограмм. Есть кое-где с мясом попадается, есть, ну, в основном без мяса, такой обычный. Ну, есть и мяско, конечно. Вот, вот такой кусочек. Ну, сколько это затянет? Гривен 25, наверное. И также взял для себя наши рябовские. Это нам магазин возит ряба, наша ряба. И взял пару курочек. Ну, ради прикола закоптил для себя, попробую. Заплатил я за услугу копчения. По-моему, в начале года я платил 13 гривен за килограмм услуга копчения. Сейчас 15 гривен. Вот я отдал 20 килограмм, заплатил 300 гривен за услугу всего копчения. Вот что мне накоптили. Сейчас все будем пробовать. Ну что, тут два пакета. Вот такой кусочек есть, видите? О, красотища какая. Сейчас будем пробовать. Я хлеб взял. И также потом все аккуратно сейчас сложу в ящик. И в ящик. И я так в ящике и повезу. О, видите какие. И мясо есть, и 85 гривен. Ну это же недорого. И вот сейчас быстро разберусь. Уже есть такие, что заплатили деньги, ждут. Надо везти. Вот с мясом кусок. Надо везти уже продавать. Так. Это видно со шейка. Возле шеи кусочек. Прямо ж. Это маленький такой бздюшка. Вот такой есть. Вот кому 85 гривен килограмм. Боря, тихо, не тебе. Зачем мне коптильни и так дальше? Вот я отдал и все. Ну сколько? 300 гривен. Что я их не верну? Да верну, конечно. И сало продам все. Так, будем пробовать. Сейчас я покажу, какое оно все получилось у нас. Вот такое. Вот такие кусманчики. Вот такое все. И тут. Вот. Это хороший кусочек. Сейчас разрежем, попробуем. Вот этот, наверное, попробуем. Он толстый, чтобы хорошо ли он прокоптился или нет. И вот так я сейчас все поскидываю и буду на продажу его возить. Распробуем сейчас, курочку попробуем и сальцо. Представьте, это с четырех больших свиноматок вот это что осталось. Ну это немного, я считаю, осталось. Осталось, я его подсобрал кучку.
Это два маленьких кусочка. Оно еще теплое даже. Кое-какие. Вот так. Это шкурочка такая тоненькая. Видите, какое сало. Это, видать, с канторши. Ну что, будем пробовать. Вот так я поставил камеру, чтобы вам виднее было. И сейчас попробуем сальцо разрезать. Ну, лучше всего вот так, чтобы узнать, прокоптилось ли оно. Ой-ой-ой, мягенькое. Вот так. Оп. Да. Да. Ой, вообще мягенькое. Вот такие кусочки. Это понятно, что это сало недорогой вариант, потому что, ну, без мяса. Также попробуем сейчас кусочек хлеба. Угу. Ну и попробую курочку. Курочка остывшая. Ой, запах вообще. Аж сок течет прям. Друзья, ну, получается такое, не мягкое-мягкое, не соленое. Бомба. Это, конечно, я продавать не буду. Без ноги. И попробуем также курочку. Мы только мясо, ой, говорю мясо, сало продадим. А это две курочки так, ради прикола себе оставили. Курочка чуть-чуть такая подсоленная. Пычи-пычи. Это просто блаженство. Курочка, а потом сало копченое. Оно друг друга дополняет и да. Еще какие мухи остались. Сейчас, а ну, сейчас это все отвезу, думаю, сегодня-завтра заберут. Бля, на. На. Так что так, друзья, я считаю, так бы оно у меня лежало, ни туда, ни сюда. А так, вот так обновил, грубо говоря, подкоптил, и все, и на продажу. Вот такой кусочек.
Да. И как я люблю говорить, рекомендую. Так, все, надо завязывать, увозить, а то поналетали на запах. Вот так. Всем, друзья, спасибо за внимание. То спрашивали, как вы, ну, как, что вы делаете, когда остаются там несколько кусочков, ну, сала там не продали 2, 3, 5 килограмм. Вот это и делаю. Вот насобирал 20 килограмм 4 свиноматок и закоптил. 300 гривен заплатил за это все. И все, я так допродам. У меня с реализацией проблем вообще никаких нет. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Приятного вам аппетита.